Что еще? Всем привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы находитесь на моем канале. Меня зовут Мирослава. И в сегодняшнем видео, как вы уже догадались по названию, я вам покажу свой уход за кожей лица. Часто был запрос. Кстати, у нас сейчас на часах 1:17. Кому-то не спится. В общем, да, я решила долго не думать, взять камеру, поставить штатив и сделать для вас это видео. Накрасилась предварительно, в дальнейшем я, конечно же, умоюсь, и вы увидите все средства в деле, помимо того, что я еще вам буду о них рассказывать, показывать и также указывать цену. Итак, давайте начнем с очищения. Первое средство, которое я хочу показать, это вот такой вот микроотшелушивающий, очищающий гель для кожи от La Roche. Честно могу сказать, что я это средство недооценила. Я его еще как-то показала в сторис, сказала то, что, ребят, обычный продукт, он в целом даже не заслуживает вашего внимания. И тут я сейчас хочу забрать свои слова обратно. Почему? На самом деле, я им попользовалась тогда не так уж и много. И поначалу действительно этот продукт на меня вообще никак не произвел впечатления. Обычный гель, вот совершенно обычный, ничем не примечательный. Но так как у меня не было альтернатив и все мои мувашечки закончились, я понимала, что мне ничего не остается, как продолжать использовать этот продукт. И что я заметила? Во-первых, у меня на коже были постакне в виде застойных пятен. Они были маленькие, они были новые, то есть это, знаете, не такие застойные пятна, которым там больше 3-2 месяцев. И этот гель очень-очень хорошо с ними справлялся. У моей кожи появился другой цвет лица, но все же, повторюсь, это было не сразу. Это было вот постепенно, постепенно со временем. Ну, вы можете обратить внимание, да, сколько у меня осталось средства. Я им пользуюсь каждый день, 2 раза в день. Утром, вечером, невзирая ни на что. Есть у меня макияж, нет у меня макияжа. Я все равно умываюсь утром и вечером. Даже сейчас, сидя на карантине, я все равно это делаю. Если говорить о самом составе, то здесь есть салициловая кислота и липогидроксикислота, которые как раз таки и обеспечивают вот этот вот микроотшелушивающий эффект без каких-либо скорбирующих гранул, скорбирующих частиц. Также в составе есть цинк, и поэтому это средство можно отнести как продукт для нормальной, комбинированной и жирной кожи. В целом, для сухой кожи я бы это средство не порекомендовала, потому что все-таки будет сушить. Но если у вас нормальная комби либо жирная кожа, то смело можете обратить на этот продукт свое внимание. Итак, следующий продукт, который идет после очищения, это, конечно же, тонизация. Тоник у меня от Caudalie. Мне он очень-очень нравится. Это второй мой такой тоник. И вообще все средства, которые я вам показываю, это проверены уже долгим-долгим временем средства, продукты. Мне они все очень нравятся, иначе бы я не стала бы записывать этот ролик и вам что-либо советовать. Так вот, в составе этого тоника есть салициловая кислота. Опять же, идеально для нормальной комбинированной и жирной кожи. И вообще, мне очень нравится, когда в продуктах есть салициловая кислота. По крайней мере, моя кожа мне за это говорит спасибо. Идеально убирает остатки, если, например, мы плохо очистили нашу кожу макияжа. Хорошо тонизирует кожу, увлажняет хорошо кожу. Очень-очень классный запах. Боже мой, запах! Это вообще прям какой-то космос. Тут и виноградик, и что-то такое цитрусовое, и лимончик, и прям, ну, в общем, надо попробовать. Продукт обогащен натуральной салициловой кислотой, как я уже сказала, полифенолами винограда и органическими эфирными маслами. Здесь очень такая легкая, приятная ароматическая композиция, состоящая из 100% натуральных компонентов. Еще хочу сказать, когда читала об этом продукте, там сужает поры, матирует кожу, я, может быть, как бы, ну, человек, который столкнулся с проблемной кожей и в целом о коже, ну, так скажем, чуть-чуточку знает,
И если вы подписаны на мой канал, то вы понимаете, о чем сейчас идет речь. У меня долгое время было акне. И когда производители заявляют нам о том, что это средство вам там сузит поры, ну, как бы для меня это смешно. Нет, и еще раз нет. Если даже вы видите, что такое происходит, то это ненадолго. Поэтому, если вы ищете средство, которое бы вам сузило поры, ребят, это генетика. Посмотрите ролики о коже. Я, может, потом в дальнейшем, чуть-чуть позднее сниму ролик о коже, расскажу об этом более подробно. Ну, в общем, если у вас расширенные поры, не питайте надежд, не ищите какое-то чудо-средство, которое вам в этом поможет. И вдруг ваши поры все исчезнут, сократятся до минимума. Нет, такого не будет. Следующее мое любимое средство, также от Кадари, это матирующий флюид. Я безумно-безумно люблю этот продукт. Кстати, он очень экономичный. Его нужно совсем-совсем немножечко, буквально горошинку, для того, чтобы все впиталось, все распределилось. Идеальное средство, и у него потрясающий состав: органический гидролат розы, полифенол винограда, органические масла. В общем, конечно, и запах, опять же, запах, вот эта вот линейка, боже мой, не падай, вот эта вот линейка, у нее очень классный запах. Ну, я вам потом, конечно, все это продемонстрирую, покажу. Ой, даже сейчас нанесла на руку и кайфую. Этот запах, кстати, очень нравится моему Диме. Он всегда говорит, где-то вкусно пахнет. Вот. Я говорю, да, от меня очень вкусно пахнет, и я знаю почему. Вы знаете, если я чувствую, что мне нужно напитать, увлажнить кожу, если я чувствую сухость, тянутость, несмотря на все то, что я проделала до, и, как правило, такое очень часто бывает, когда я сильно устаю, когда я мало пью воды, когда у меня, например, какие-то съемки, мероприятия, когда был использован, скажем, тяжелый мейк, я понимаю, что этих средств мне недостаточно, и тогда я использую вот такой вот увлажняющий крем от Laneige. Это мой спасатель. Конечно же, каждый день я этим продуктом не пользуюсь, потому что это средство идеально для сухой кожи. У меня все-таки кожа комбинированная, склонна к жирности, поэтому, конечно, каждый день использовать такой продукт я не могу. Но когда я понимаю, что моя кожа нуждается в дополнительном увлажнении, я, конечно же, прибегаю к этому средству. В составе этого средства гидроионизированная минеральная вода, которая обеспечивает как раз-таки и идеальное увлажнение для кожи. Если у вас сухая кожа, если вы долгое время искали продукт, который вам именно вот увлажнял, питал, насыщал именно влагой кожу изнутри, обратите ваше внимание на это средство. Следующие продукты, которые я использую, это термальные воды, спреи, либо вот у меня, например, от Кадали виноградная вода, неважно. Я люблю что-нибудь распылять, пшикать, меня, наверное, это успокаивает. В общем, уход за кожей лица – это своего рода ритуал. Я безумно люблю каждую баночку открывать, доставать, вот это вот все чувствовать, нюхать. Я не могу сказать, что вот эта вот виноградная вода идеально увлажняет мою кожу. Я уже предварительно столько всевозможных продуктов успела нанести. Просто прикольно так водичкой попшикал. И достаточно. Вот, она у меня закончилась, но если вы ищете полностью натуральный продукт, то я вам могу порекомендовать от Кадали виноградную водичку. У нее очень хороший состав. Ну, можете отдельно почитать. И вот недавно мне на презентации Sephora подарили вот такой вот спрей с алоэ, шалфеем и цветками апельсина. Не могу сказать, увлажняет ли он как-то мою кожу, питает, насыщает. Нет, это просто как часть такого моего ритуала и все. Но то, что у меня вообще в арсенале должна иметься какая-то водичка, спрей, это 100%. Без этого я не смогу. Без этого я подумаю, я прям почувствую, что мне чего-то не хватает. Спрей. Следующий мой фаворит от Оли Хенриксена – это продукты,
который я наношу на область, в общем, под глазками. Если вы давно или недавно вдруг поняли, что у вас крем, который вам не подходит, не знаю, там стягивает, либо вы не видите совершенно никаких результатов, то я вам могу порекомендовать обратить ваше внимание на это средство. Долго я о нем говорить не буду. Можете зайти на мой инстаграм, у меня есть иконка, которая называется «Уход за кожей», и там я подробно и показала, и рассказала об этом средстве. Ну, если пару слов об этом продукте, то без парабенов, без сульфатов, у него хороший состав, он разработан визажистами, он идеально подсвечивает кожу, его можно наносить под макияж, идеально, ничего не скатывается. В общем, у меня к этому средству нет никаких нареканий, он очень хорошо впитывается. А следующее средство, которое я использую, очень часто наношу эту вот Sleeping Mask от Laneige. По крайней мере, я, особенно в зимнее время, вот сейчас у нас такая демисезонное время, я очень часто ощущаю стянутость, сухость именно области губ. Вот это вот Sleeping Lip Mask, это что-то нечто. И, кстати, у моего Димы были недавно вот эти зайды, я не знаю, в общем, какие-то такие ранки, и я нанесла этот продукт, он на утро проснулся, и все прошло. Он мне говорит, это какое-то чудо. Ну, ему очень понравилось. Сначала он отметил запах. Но я думаю, что всем изначально понравится запах. Консистенция очень приятная. И вы, когда наносите его на губки, такое ощущение, как будто вы нанесли какой-то, знаете, такой легкий, приятный, невесомый бальзамчик с таким нежным-нежным розовым отливом цвета, ну, в общем, пигмент как какой-то вы увидите, ну, точно не прозрачный. Следующее средство, которое я использую на шею и область декольте, это от Vichy Mineral 89 Booster. Не скатывается, очень хорошо быстро впитывается, без какого-либо запаха, хорошее средство, но не знаю, кому-то может идеально подойдет и для лица, но, видимо, я такая привереда и мне так просто еще и не угодить. В завершение этого ролика я хочу вам показать свою малышку. Я хоть прекрасно понимаю, что это видео называется «Уход за кожей лица», а этот продукт, который я покажу, он вообще никак не относится к лицу, но без этого средства я не могу. Всегда, когда я иду спать, я использую этот продукт. Так вот, это гель для кутикулы с лепестками роз от Федуа. Очень классное средство. Если вы хотите проносить свой маникюр как можно дольше, чтобы он выглядел идеально, то я вам настоятельно рекомендую, увлажняйте кутикулу. Ну вот и все, мое видео подошло к концу. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если да, то поддержите меня, поставьте пальчик вверх, так я буду понимать, что вам нравятся мои ролики. Я вам показала своих любимчиков, своих фаворитов. Это те продукты, которыми я пользуюсь каждый день. И все эти средства доставляют мне неимоверное удовольствие. Очень надеюсь, что это видео для вас было полезным. Оставляйте запросы, какие вы ролики хотели бы увидеть следующими на моем YouTube-канале. Ну, а я буду с вами прощаться. Всех люблю, целую.